Привет всем! Сегодня 5 января 2013 года, и программа «Матчпоинт» начинает свою очередную передачу с панорамы окрестностей подмосковного города Бронницы, что в 45 километрах от Москвы. Необычайно тихое, красивое место. С одной стороны Москва-река, ее вы видели в начале, и с другой стороны закованное в лед озеро Бельское, это сейчас вы наблюдаете, за которым... Вот вы видите одну из главных достопримечательностей Бронниц, это Архангельский собор. Ну а это красивое сооружение, новый учебно-тренировочный центр Министерства спорта России. И именно здесь проходит первый в нынешнем сезоне учебно-тренировочный сбор национальных команд нашей страны. Ну, сложно удержаться от слов восхищения, когда вы сюда попадаете. Огромный просторный зал, отличное освещение, тепло. Некоторые даже говорят, что излишне тепло. Два слова об инфраструктуре центра. Спортсмены живут непосредственно здесь же. Отличные комфортные номера на втором и третьем этажах центра. Великолепные рекреационные возможности, тренажерные залы, бассейн, сауна, кафе. Надо сказать, что кормят здесь очень вкусно. В общем, некий отдельный мир, в котором спортсмены могут полностью сконцентрироваться и жить какое-то время без пересечения с внешним миром и готовиться к основным стартам года. Ну вот, видите, Игорь Рубцов справа накручивает на Славу Бурова. Пожалуй, все сильнейшие здесь собрались. Нет только Кирилла Скачкова, у него важный матч в Бундеслиге, его освободили. Александра Шибаева, который еще только-только начинает свой восстановительный период. И, как вы знаете, Саша перенес сложнейшую операцию на колени, и не так быстро пошел процесс у него восстановления. Ну и третий спортсмен, который отсутствует, это Алексей Смирнов. И напомню, может быть, кто-то уже в курсе, что Алексей совсем недавно стал отцом, в третий раз. И после двух девочек у него родился сын. И, пользуясь случаем, хотел бы от лица всех болельщиков России поздравить Алексея и его жену Наталью с этим событием и пожелать им всего самого наилучшего. Ну вот Алексей Левенцов. Работает Алексей, сегодня доказал свое право называться одним из лидеров сборной России своими великолепными играми, победами. Напомню, что буквально 2 недели назад Алексей обыграл 7-ю ракетку мира Дмитрия Овчарова в клубном чемпионате страны. Это Григорий Власов, действующий чемпион России в личном разряде. Также одна из наших надежд. Посмотрите, в каком темпе ребята работают. Вдали вы видите нашего доктора Владимира Баханца в оранжевой майке. Вот он. Также участвует в сборе, наблюдая за состоянием и за физическими кондициями. Ну и вот главный тренерский штаб мужской сборной. Слева Александр Николаевич Петкевич, наш новый старший тренер сборной, и Евгений Олегович Эдель. Короткий перерыв, во время которого спортсмены специальными с очками собирают мячи. Ну и попутно восстанавливая свои силы. А это
На этой половине зала идет тренировка наших девчонок. Скажу, что к работе с женской сборной привлечены в качестве спаррингов. Артур Григорьев, вот вы видите, он сейчас работает с Полиной Михайловой. Вот Ирина Владимировна Палина, старший тренер женской сборной нашей. На этом столе Ольга Баранова к нам спиной, Яна Носкова. Ну, вы видите, идет тренировка перехвата инициативы и завершение розыгрыша по высоким мячам. Кстати, очень сильный элемент этот свечи, и далеко не все спортсмены владеют хорошо завершением. Заканчиваю разговор о спаррингах привлеченных женской сборной. Скажу, что еще аванс за этим привлечен. Вот Федор Кузьмин всегда в великолепном настроении. Я бы назвал его душой команды. Всегда шутит, всегда поддерживает высокий жизненный тонус своих товарищей. Вот и сейчас Федор всегда в центре компании и всегда источник бодрости, шуток, великолепного настроения. Вы видите, игроки расслабляют ноги. Сейчас будет дана установка на следующий этап тренировки. Александр Николаевич Питкевич. Напомню, что буквально один день назад, 4 января, начался сбор. Он продлится 10 дней, до 14 января. И это первое событие, в котором Александр Николаевич Питкевич принимает участие в качестве тренера, старшего тренера национальной сборной команды России, мужской команды. Мы обязательно предложим вам после зарисовки о тренировочном процессе, обязательно предложим вам интервью с Александром Николаевичем. Скажу, что президент ФНТР Виктор Васильевич Батов представит официально игрокам сборной Александра Николаевича Питкевича в качестве старшего тренера сборной. Вот идет планирование того, что сейчас будет. Ну, скажу, что Александр Николаевич Питкевич — это один из лучших тренеров Европы и мира. И выражу свое искреннее удовлетворение тем фактом, что он привлечен к работе с нашей мужской сборной. Короткий отдых подходит к концу. Вы видите, Михаил Пайков, Тарас Мерзликин привлечены также участвовать в сборах. Михаил Пайков, я напомню, великолепно выступил на недавнем World Tour в Екатеринбурге, заняв 3-е место. И доказал еще раз, что он находится в самой ближней обойме национального состава сборной. Вот начинается работа с БКМ, во время которого игроки спаррингуют друг другу, работают с мячами. Федор Кузьмин кидает мячи Василию Лакееву. Сдержанная мощь в игре Василия Лакеева, которая с успехом раскрывается в играх официальных. Скажу, что Василий Лакеев сейчас показывает одну из наилучших игр. В великолепном находится просто состояние сейчас, в игровом и физическом, и также мы на него надеемся. Евгений Олегович Эдель участвует в процессе
Девчонки работают также вовсю. Анна Тихомирова, вот вы видите на дальнем столе, лидер нашей женской сборной. Елена Трошнева, Полина Михайлова, также Маргарита Фетюхина, я еще сказал. И наши молодые девчонки, Аня Балашко, Даша Чернова и Катя Гусева. Хочу сказать, что великолепную динамику сейчас показывает Аня Блажко, которая уже всерьез приблизилась к лучшим спортсменкам России. Катя Гусева также. В поле зрения сборной. Может быть, хотелось бы пожелать Даше Черновой показывать более лучшую игру, поскольку... Небольшие заминки, я бы сказал, в игре Даши Черновой, которая так и не удается пока и приблизиться к элите нашего женского настольного тенниса. Но убежден лишь, что это вопрос времени. Посмотрите, вот Александр Николаевич Петкевич кидает мячи Григорию Ласову. Посмотрите, какой темп. Да. Да, посмотрите, что происходит с Григорием Власовым. А ведь это игрок, я бы сказал, даже не то, что двужильный, а трехжильный, я бы сказал. Федор Кузьмин в модной баттерфляйской тенниске. Василий Лакеев, да? Настроение великолепное. Слышатся какие-то китайские парафразы. Федор Кузьмин отрабатывает подачу и выход на начало. Ну и все. Сигнализирует Федор, что процесс тренировочный исполнил в полной мере. Ну и сейчас будет представление старшего тренера. С Новым годом! Задача перед сборной поставлена очень-очень серьезная. Вот. И, в принципе, существует определенный порядок. У нас новый старший тренер мужской команды национальной Александр Николаевич Петкевич. Я думаю, что вы его все знаете. Заслуженный тренер Белоруссии, сильнейшего его ученика Владимира Самсонова вам представлять тоже не надо. Вот поэтому решением исполкома Федерации, решением президента, решением с одобрения наблюдательного совета, попечительский он сейчас называется, возглавляемый Игорем Евгеньевичем Левитиным. Значит, кандидатура Александра Николаевича утверждена. Вот с ним будут работать тренерами сборной Евгений Олегович Едель, заслуженный тренер России. Вот. Еще если Александр Николаевич посчитает кого-то нужным взять для работы в сборную команду тренеров, значит, тогда... Вот я думаю, что основное для того, чтобы добиться нам серьезного результата, а именно на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, предстоит каждый год, вы знаете, у нас и чемпионаты Европы, чемпионаты мира, и личные, и командные. И этим летом серьезный старт будет в Казани на Универсиаде. Вот, и почему возникла кандидатура Александра Николаевича? Она возникла не сразу, вот, но я посчитал, и чтобы для вас не было никаким секретом, что для того, чтобы взять вершину с наиболее высоким вероятностью в процентном отношении, нужно, чтобы войско в бой вел полководец, который это уже делал.
Я сразу вспомнил 97-й год, где Володя играл в финале, по-моему, в Англии, в Манчестере, на чемпионате мира. Вспомнил другие результаты. Не последняя заслуга Александра Николаевича и в успехе женской сборной на чемпионате мира. Это я уж так для кучи, как говорится. Вот. Потому что я считаю так, что мы были рядом на Олимпиаде в Афинах, борясь за медали. Мы были рядом на чемпионатах мира. Во всяком случае, два раза были в шестерке. Рядом мы были в полшаге от медали на чемпионатах Европы. И как-то сложилось так, что здесь чуть-чуть не хватило, здесь чуть-чуть не хватило, здесь чуть-чуть не хватило. Ну, в моем понятии, спорт высших достижений на его как бы вершине, он и состоит из этих нюансов. Поэтому, когда один из сильнейших тренеров Европы и мира дал свое, ну, если на тот момент не добро, но время на обдумывание вопроса, предложение, вот я посчитал так, что Александр Николаевич в силах со своим тренерским коллективом и с коллективом, естественно, спортсменов вот это чуть-чуть преодолеть. Это самое трудное, сами понимаете. Вот. Но считаю, что это по силам мужской команде. Вот. Поэтому вот такое решение. Поэтому я прошу любить и жаловать. Александр Николаевич относится к тренерам достаточно жестким, со своим видением работы, со своим видением работы на соревнованиях. Я это имею право говорить, потому что мы и Евгений Олегович проработали с Александром Николаевичем еще во времена СССР. Некоторые из вас еще не родились на тот момент. Вот. Поэтому, Александр Николаевич, я хочу вам пожелать успехов со сборной командой, чтобы не совершать предыдущих как бы ошибок, это касалось чисто организационных моментов. Это была, на мой взгляд, слабо поставлена работа с личными тренерами. Это касалось в первую очередь индивидуальных планов спортсменов, где у нас все время шли несостыковки, потому что у Смирнова один план, который знает только он, у Скачкова другой план, у Бурова третий и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что в первую очередь надо сосредоточить внимание на высококлассном плане для каждого спортсмена. Надо подготовить в едином календарном плане, чтобы было все четко, прозрачно и ясно, сколько дней сбор, сколько, значит, какие даты, совпадает ли это с тем-то, нужно ли спортсмену, это уже на ваше усмотрение, усмотрение личных тренеров, может быть, лишние старты, может быть, наоборот, спортсмену добавить, а кому-то убавить. То есть все должно быть по уму, значит, подключим медицину, которая у нас, к сожалению, была не на высоком уровне. Вот, зал, я думаю, что устраивает всех на данный момент. Единственное, что от вас, ребят, потребуется, это сказать мнение о покрытии. Значит, если покрытие не подойдет, значит, будем думать над покрытием. Вот. Я думаю, что, еще раз повторю, что вступив в новый олимпийский цикл, вступив в новый год, мы должны четко себе представлять, что от нас нужен только одно. Это результат. И именно результат на чемпионатах мира и Европы, мира и Олимпийских играх. Это очень серьезно, и требования Минспорта, и вообще просто по жизни любой из вас, наверное, об этом мечтает. И, соответственно, это будет разработана бонусная система. Мы сейчас вообще перейдем на бонусную систему, не так просто. Завоевали таких медалей, спортсмен четко должен знать, сколько он получит.
тренер то же самое, тренеры. И личные в том числе. Она может быть большая цифра, она может быть вас не устраивающая, но тем не менее по возможности. Я имею в виду по возможности федерации. Вот я в принципе все сказал, если у вас есть какие-то вопросы ко мне, или к Александру Николаевичу, или к Евгению Олеговичу, пожалуйста. Вот я просто сказал ту предысторию, которую провела Александр Николаевич из сборной Беларуси, из сборной России. И еще я хочу сказать так, что, естественно, Александр Николаевич, нужно определенный адаптационный период, чтобы оторваться в первую очередь головой от родной сборной Белоруссии. Вот. Но он человек сильный, справится с этой задачей, поэтому думаю, что все будет нормально. Ну, можно я несколько слов тоже? Я, может быть, немного повторюсь, то, что было вчера на собрании, и несколько спортсменов не было, Евгения Олеговича не было. Действительно, те слова, которые я вчера говорил, и вот сейчас президент Федерации, не просто давалось решение мне, и исключительно только с точки зрения психологии, это перейти от работы со сборной командой, которую я провел 20 лет, на другую команду. Неважно, это сборная России или это сборная там какая-то другая. Конечно же, сложнее переходить, работать в ту команду, где команда являлась потенциальным соперником и постоянно соперничали. Это не просто. Если я работал в Катаре, ты уехал и забыл там, что дома осталось, поехать туда, которая страна не совсем сильная в настольном теннисе, поднимать настольный теннис там, и понятно, что высоких результатов на мировом уровне там не добьешься. Все это непросто, и действительно требуется время на адаптацию, на понимание того, что, какое решение я принял. Решение непростое, и действительно это в какой-то степени может где-то сюрприз для вас, в том числе и для меня. Это большая неожиданность, что я такое решение принял. Но на то были свои причины, на то так складывается жизнь, что иногда мы принимаем, может быть, такие решения, которые, может быть, несколько лет подумал назад и сказал, ну нет, никогда я такое решение никогда бы не принял. Но тем не менее, день прошел, вот вчера день, сегодня уже, честно говоря, мне немножко легче на душе. И, честно говоря, глядя на то, как вы тренируетесь, ваше отношение ко мне и понимание того, что происходит, оно действительно как бы меня в этом случае поддерживает. Мне не просто, еще раз говорю, поймите правильно, оставив дома ту команду, которая сегодня еще продолжает быть достаточно высоко в европейском, по крайней мере, настольном теннисе, перейти на команду абсолютно на другую команду. Здесь нет ни одного моего личного ученика. Там в сборной практически я в каждого спортсмена вложил свою душу, свою лепту какую-то в то, чтобы он стал игроком. Это, в принципе, решение непростое. Но, я еще раз говорю, ваша поддержка и ваше сотрудничество, я вчера сказал, оно будет вселять в меня какую-то уверенность, меня будет поддерживать, и, естественно, я как тренер буду лучше работать. И еще раз хочу сказать, что никогда назначение какого бы ни было великого тренера результата не принесет, если сам по себе будет тренер сам по себе, игроки будут сами по себе. Только взаимное сотрудничество. Я вчера это говорил. Только взаимопонимание. И еще раз повторюсь, нравлюсь я кому-то, не нравлюсь, придется работать. И надо находить пути взаимопонимания, взаимодействия для того, чтобы добиться наилучшего результата. Это очень важно, потому что сегодня Петкевич нравится Левенцову, а Лакееву, может быть, не нравится. Но такого же не подберешь, чтобы всем десятерым, так сказать, он подходил по всем качествам, по деловым, может быть, по каким-то там моральным, может быть, по стилю работы, может быть, по стилю разговора, может быть, по какой-то реакции на какие-то вещи. Это исключено абсолютно, подобрать такой человек, который бы всем подходил. Может быть, он будет нравиться, но, может быть, тогда не будет результата. Может быть, тогда не будет результата. Правильно сказал Виктор Васильевич, о том, что, в принципе, главный результат нашего совместного, нашей совместной работы – это конечный итог, это конечный результат. Вот это очень важно. То, что я увидел, какие условия создаются для работы сборной, я как бы верю в то, что достичь можно хорошего результата, потому что моя работа, она должна заключаться не только в том, что я поехал на соревнования, и вас там секундирую, оказываю какую-то посильную помощь. Потому что работа, я бы сказал, достаточно много учебно-тренировочных сборов, где я могу реализовать свои возможности и
где вы будете работать подконтрольно и повышать свое спортивное мастерство. Созданы хорошие условия, это очень хорошая база. Если действительно так состоится, что она будет опорной и будет закреплена за настольным теннисом, здесь руководство спортивной базы идет навстречу и готово решать все проблемы, которые у нас есть. Они только открылись. Я думаю, что в дальнейшем они создадут все условия для хорошей работы. Думаю, что результат не заставит себя ждать. Еще раз хочу сказать, что наблюдая за командой России со стороны, находясь на посту тренера сборной Беларуси, я всегда считал эту команду достаточно сильной, с хорошим подбором игроков, с хорошим потенциалом, с большим резервом, с большим выбором игроков, с хорошей конкуренцией. Но, вот я вчера говорил, пока на сегодняшний момент достойного результата команда не добилась. Надеюсь, работая вместе с вами, этот результат придет. Надеюсь, я не гарантирую этого. Ну, надеюсь, и хотелось бы. Мы должны к этому стремиться. Мы должны к этому стремиться. Вы действительно были очень часто рядом с хорошим результатом. Евгений Олегович мне сегодня сказал, сколько раз были в четвертьфинале? 7 раз, да? 6 или 7 раз на чемпионатах Европы. Совсем в одном шаге были от медали чемпионата Европы. Я думаю, что это в конце концов должно произойти. Должно произойти. То, что я увидел, как вы работаете, как ваши отношения, но радует. Вы действительно, ребята, серьезные. Я вижу, что вы хотите чего-то добиться. Та конкуренция, которая есть в сборной, она, я считаю, двигатель прогресса и будет вас подстегивать еще и тренироваться лучше и выступать лучше. Понятно, что место в основном составе, оно ограничено, всего лишь там 4-5 человек, поэтому все зависит от вас, все в ваших руках. Все в ваших руках. Наша задача с Евгением Олеговичем вам помочь раскрыться и получше вас, так сказать, подготовить. Ну, вот, в принципе, то, что я говорил вчера, и хочу сказать сейчас. Я хочу чуть-чуть добавить, уже непосредственно, как бы точно. Значит, все время соблазнительные были эти турниры, которые меня смущали, еще когда я тренером сам сборной был. Этот Кувейт, Катар или Катар-Кувейт. Вот, когда спортсмены прилетали, значит, у них оставался один день, а может и не одного. Там, я помню, Смирнов приезжал, Евгений Олегович, старший тренер сборной Москвы. На второй день с этого турнира, то есть таких как бы температурных перепадов, ну то есть спортсмены не брали во внимание, что можно от такого резкого перепада температуры заболеть, простудиться, потому что стряска для организма, стресс очень такой серьезный. Поэтому давайте мы там это со старшим тренером посерьезнее вот к этому моменту. Потому что чемпионат страны для каждого из вас, это, сами понимаете, очень серьезно. Очень серьезно. Там 2 дня разница между приездом из Катара и началом чемпионата страны пропустить. В Санкт-Петербурге. Здесь я просил вас подумать, дать ответ насчет участия в открытом чемпионате Катара. Первый турнир – открытый чемпионат Кувейта, потом открытый чемпионат Катара. Для многих из вас личный чемпионат России является определяющим для попадания в состав команды и для участия в важнейших международных финалах. Поэтому здесь надо задуматься и принять для себя решение. Надо ли участвовать во втором турнире? Кувейт однозначно, потому что соревнований нет в феврале, кроме Кувейта и Катара. А дальше там... А какой-то критерий? Какой попадание в сборную, на чем сочетание? А есть, но я его знаю только одно, чемпион страны точно. И все, да? Нет, критерии есть, что я помню. Есть, критерии есть, он положен на бумагу. А вот чемпионат России, там командный босс? По-моему, день приезда 26 февраля, по-моему, если мне память не изменяет. Там понедельник. Сроки расширили. Там понедельник. Ну, 3 марта. Больше дней стало. Сколько? Больше дней стало. В календаре стоит больше дней, да? Там дней, да, дней 9. У меня здесь с собой календарь. Чемпионат страны? Да. 26. Я думаю, что дней 7. Нет, там ошибочно стоит. 25 день приезда, а 3 уже конец. Да, 3, до 3 марта. И февраль. Нам давали там по 6. А, то есть там после катара. Нет, по 6 это ошибка. По 3. Это я брал с календаря, который стучит. 25-й день приезда. 26-е начало, да. По 6 стоит, да? По 6, ну, шестое, но на самом деле по 3 число, да? По 3. 2 дня. 25-й день приезда. 25-й день приезда. Значит так, ребята, мы сделали, естественно, переделали вот тот идиотский. То идиотское положение о чемпионате страны, которое в том году так случайно просочилось, помните, да?
подгруппы играли, потом еще там чего-то, в общем. И мы 2 дня просто не влезали из зала. Вот, значит, мы сделали нормально, командно, чисто Олимпийка за все места. И, ну, за все места. Вот. И личный турнир, как обычно, двухминуска, 64, двухминуска. Так, чтобы... Потому что соревнования должны, в принципе, проходить для сильнейших, а не для того, чтобы там подвал тянуть наверх. Еще в конце марта стоит учебно-тренировочный сбор с 26 числа. Он планировался, ну, так написан, в Австрии. Но с 28 по 31 третий тур командного чемпионата России. В связи с этим я буду просить, чтобы перенесли этот сбор, который с 26 марта, на 4-12 февраля сюда, в Бронницах, перед открытым чемпионатом Кубе. Если мы сейчас согласуем вопрос, Петр Васильевич? Нет, мы самой уже, считайте, согласовали. Здесь нормально. Здесь, он очень нормально, смотрите, здесь выезд 13-го в Кувейт, и здесь мы тренируемся. А здесь в это время, где синим идет... Там не у всех, у нас мы начали лечить. Значит, приедут те, кто смогут. Приедут те, кто смогут. А нету в календаре суперфинала. Вообще. А такой календарь? Я сделаю. Но я сделаю только тогда, когда мы все согласимся. Чего сейчас, давайте все. Хотя бы сейчас на февраль. Вот я еще раз просил бы, чтобы подошли те, кто считает нецелесообразно мне как катар мне об этом сказать. И по поводу кувета мы будем решать, кто поедет по какой линии. А здесь вот я бы хотел, чтобы этот сбор все-таки прошел. С 4 по 12. С 4 по 12 число. Все-таки здесь он прошел. Февраля, да? Да, февраля. 13-го улетели в этот кувет. 13-го можем там, 12-го вечером мы посмотрим, как лучше там. Это было по поводу Катара. Чисто теоретически, если туда заявиться можно, то есть, а отказаться, наверное. Отказаться, ты сам понимаешь, 150 евро надо заплатить. Нет, просто может быть кто-то замена. Нет, пока, Федор, все дело в том, что на данный момент никто же не прессует, ни в коем случае не участвует. Если вы прессовали, скажете, нет, Катар никто не заявляется. Мы говорим, подумайте о целесообразности. Вот и все. Я понял, просто ситуация такая, что сейчас определиться сложно, потому что непонятно, как финал будет проходить, потому что у меня на 2 матча Лиги Чемпионов нужно перелетать. Ну, там, ты знаешь, дедлайн на Катар там в феврале месяце, январе месяце, там надо уже заявляться, а потом сниматься. Вот так, если просто у тебя стоит вопрос 50-50, то лучше заявиться, но потом надо будет... Я не знаю, какая ситуация, как сборная России штраф платит. Игрок сам, который отказался, сборная Федерации. По-разному. Ну, большинство, я как-то прокололся, кто-то симпатичный. Вот так. Вопросы ко мне есть какие-нибудь? Но про жесткость, которую Виктор Васильевич сказал, жесткость в каком плане? Да? Не в том, чтобы кого-то уничтожать, а жесткие требования. А требования, они всегда должны быть жесткие в плане нагрузок. Но я думаю, что сюда пришли люди, те, которые хотят добиться результата. Добиться результата без серьезных тренировок, сами понимаете, просто невозможно. Просто невозможно. Поэтому, как мне кажется, те люди, которые сюда приехали, у них должно быть желание серьезно тренироваться. Другой разговор, что через «не могу» иногда надо делать, но иногда надо прислушиваться к своему организму, когда идет подготовка к важным соревнованиям, подведение к пику формы или к оптимальной форме. Это разные понятия абсолютно. Когда надо набрать какую-то нагрузку и когда подготовка к соревнованиям. Это абсолютно разные понятия. Абсолютно разные понятия. Набор какой-то спортивной формы или набор, так сказать, ну, кондиций каких-то. Вот здесь, в данный момент мы, допустим, сейчас набираем какие-то кондиции, и я сказал, прислушиваться особо к своему организму не стоит, потому что пауза перед Австрией достаточно большая. Это неделя, чуть больше недели, 8 дней. Поэтому спокойно можем потом восстановиться, чуть-чуть снизить какие-то нагрузки, естественно, будут снижены, когда вы уедете отсюда. Поэтому спокойно. Если бы мы уезжали отсюда прямо в Австрию, то это абсолютно... Ну, допустим, здесь нагрузки достаточно большие, потому что вечером еще силовая подготовка, где-то плавание с большим количеством, 4 задания. По времени мы достаточно много работаем, интенсивность большая. Все это я прекрасно понимаю. Но требования в каком плане жесткие? Нарушение спортивного режима. Нормальное время? Нормально. В чем жесткость? Не пить, не курить. Вовремя приезжать на сбор, вовремя приходить на тренировку. Информировать тренера о своих планах. Если какие-то изменения, информировать все время. Мат-перемат, он может быть, если, так сказать, упала батарея на ногу. Это понятно. В этом нет, нет.
нет необходимости употреблять крепкое словечко, потому что это культура человека, она тоже, так сказать, имеет большое значение. Ну, а в чем остальное может быть жесткость? Ну, я не знаю. Требования, да, отношения профессиональные. Я думаю, что любой тренер, который хочет добиться результата, он будет требовать и будет жестко подходить ко всем вопросам и профессионально относиться ко всем нам. Жесткость, Александр Николаевич, она у нас вылилась в конфликт вот, по причинам как конкретно вот, непонятки для спортсменов просто выполнения обычной дисциплины. Даже не в плане нарушения спортивного режима, а в плане, что выполнение единого календарного плана, оно обязательно. Оно обязательно. Ну, с какими-то нюансами. С какими нюансы, да. Я уже сказал. Все есть личные тренеры, есть сам спортсмен, есть старший тренер сборной. Все эти моменты должны отрабатываться до того, как наступает момент истины. Ведь у нас со Смирновым, со Скачковым, с Шибаевым, больше со Смирновым, недопонимание возникло конкретно на этой почве. То есть как человек не приезжает на сборы и все. Это же нереально. Как вы можете отвечать за результат Смирнова, если он готовится вообще в другой точке Европы? Если это заранее оговорено, вопросов нет. Может быть, там контроль через, я не знаю, веб-камеры какие-нибудь. А если это не оговорено, человек не приезжает, ну как его ставить? А для этого отсюда и возникает непонятная ситуация. В моем понятии, например, спортсмен должен быть на виду у тренера. Тренер должен знать каждый его шаг. Вот как почему-то мы выполняем требования антидопинговой международной комиссии, где они пишут, что там 26 июля 2013 года все должны знать, где находится господин Левенцов. Хотим мы того, не хотим мы. Пожалуйста, не сдавай анализ. Раз не сдал, два не сдал, третий раз ты уже все. Дисквалификация. Дисквалификация. На это все молчат. А вот обычное выполнение нашей внутрироссийской... Планы сборной. Планы, да. Есть план сборной. Человек хочет быть сборной, играй. Не хочешь, ну, не играй. Нет, здесь вопрос со Смирновым, насколько я понимаю. Просто человек, начинает шагать первый, второй номер сборной, из-за этого это возникает. Из-за этого это и возникает. Один раз федерация показала, что могут обойтись без игроков и первого, и второго, и третьего номера, и выступает и четвертый, и пятый, и шестой, и сразу все стало на свои места. Человек понимает о том, что в этом случае, если есть такое резкое недопонимание, могут обойтись без него. И без другого, и без третьего. В этом случае, когда есть вот такая конкуренция и есть резерв, это очень может положительно сказываться на элементарной дисциплине и на выполнение индивидуальных планов. Я понимаю, мы все взрослые люди, и в команде находятся люди, которые имеют семьи и детей. Но это все можем войти в положение, надо все учитывать, и надо иногда идти навстречу в решение каких-то личных вопросов. И это все понятно. Но спонтанно это не должно решаться. Спонтанно. Вот с бухты барахты. Все должно быть заранее согласовано. Все заранее. И все мы люди, и все мы все понимаем прекрасно. И всегда войдем в ваше положение, будем всегда понимать и идти навстречу в решении каких-то вопросов. Потому что пойти с вами на конфликт, это заранее загубить спортсмена, и что мы от этого добьемся? Что мы от этого добьемся? Только какое-то обозление и неконтакт, и попробуй потом с этим спортсменом во время игры контактировать и внушать ему, что он должен выиграть и что он должен делать. Конечно же, лучше взаимопонимание и нормальное решение конфликтных каких-то вопросов. Не доводить до конфликта, вернее. Конечно. Не доводить, а нормальное решение. Но спортсмен должен понимать, что злоупотреблять этим нельзя. Злоупотреблять этим просто нельзя. Вот и все. И все будет окей. Виктор Васильевич, просто еще как бы последние 3-4 года статус национальной сборной был как бы принижен. То есть во главу ставилось как бы клубы, участие за клуб и так далее, и так далее. Ну, одна из причин, да. Это тоже как бы. Нет, но могут, линия, спортсмены могут сказать, ну мы же здесь там получаем основные деньги. Но через национальную команду спортсмен потом находит себе хороший клуб находит. Там начинает получать хорошую заработную плату. Есть возможность, я не знаю, насколько решен вопрос Министерства спорта и Федерации, чтобы поощрять игроку. Есть такая возможность, чтобы поощрять за хорошие спортивные результаты, на зарплату ставить.
Это надо делать, это надо поощрять, чтобы федерация по возможности максимально поощряла тех игроков, которые этого заслуживают. Это надо делать. Я не знаю, какая, насколько система в России существует и сколько, какие зарплаты могут получать. Но в любом случае, у каждого здесь впереди не должны быть только доллар или евро. Нужно еще впереди здесь главная идея, это результат. Вот тогда эти доллары и евро все равно они появятся, если будет спортивный результат. Если он будет. Доллары и евро появятся. Эта система поощрения, она разрабатывается. Естественно, что денег на все моменты не хватает, но тем не менее, значит, я вот недавно выяснил, что проплата протуров у нас одна из лучших в Европе. Я имею в виду по количеству. Нет, то количество, которое приезжает российских спортсменов на мировую Нет, туру, много приезжает за счет своих средств. Но то количество людей, которые даже чисто по Минспорту попадают и по федерации, у нас, скажу честно, зашкаливает. Я знаю, как в Чехии, хотя мне здесь, значит, спортсмены некоторые отсутствующие здесь парили мозги, что им вообще все проплачивают, вообще там постои этих протуров, все это фигня оказалась. Про баснословные, значит, гонорары за олимпийские медали. Значит, с отцом Овчарова я посидел и все выяснил. У нас ребята получили денег больше за участие, чем Овчаров получил за бронзовую медаль. Это чтобы вы знали. Вот просто они получили путевки и получили по чистыми, по, короче, 150 минус 13%. По-моему, по 137 тысяч, что ли. Сколько? 45 тысяч евро от Доника, понимаю. Нет, так это Доник, не государство. Нет, стоп. Это клубы, Доник, ребята, вы это же компания, имеете контракт. Федерация здесь ничего. До 3000 евро было время, 2700 что-то. Вот. Нет, вопрос, как бы, если уж так пошел, что вопрос... Значит, Доник это Доник. Может быть, ему частный спонсор еще дал. Я знаю, что фехтование Софья Великая за серебряную медаль частным образом получила $1 миллион. Частным образом. Просто подошел олигарх и дал. Если мы сейчас все это будем складывать... Виктор Васильевич здесь ведет государство. Я веду конкретно государство и его федерация. Вот федерация заплатила ему за медаль 3 500 евро. Минус те налоги, которые в Германии платятся. А мы за участие заплатили. Вот об этом только речь. Я не говорю, что... 50%. Так, ну все, мы уже ушли. Да, мы уже ушли. Мы еще медаль не завоевали. Землю уже ушли. Ладно, все, ребят. Приятного аппетита, отдыхайте. Да, у нас все... Есть вопросы. Ну и мои вопросы Александру Николаевичу Питкевичу, старшему тренеру мужской сборной России. Александр Николаевич, ну, прежде всего, очень рад вас видеть здесь. И такой вопрос, а насколько неожиданным оказалось для вас предложение возглавить сборную России мужскую? Ну, действительно, оно очень неожиданное, это предложение. Я как бы сам такой инициативы не высказывал и рассчитывал больше на то, чтобы найти мне клуб в России, с учетом того, что какие-то проблемы возникли в Беларуси. После Олимпийских игр там посчитали, что мы не совсем выступили качественно и не добились высоких результатов, а именно не завоевали медали. Поэтому я как бы начал думать о том, чтобы найти какой-то клуб в России, возглавить его и таким образом получать достойную заработную плату, а продолжить работать со сборной Беларуси. Но так повернулось, что руководство Федерации России мне предложило возглавить сборную России мужскую. Дало время на раздумье, я после некоторого раздумья и после некоторых событий, опять-таки, с руководством Министерства спорта у себя дома, я все-таки окончательно принял решение принять это предложение. Mm-hmm. Это непростое предложение, потому что практически 20 лет я возглавлял сборную Беларуси, yeah. И это психологически очень сложно для меня было. Ну и вот приехав сюда, в принципе, не просто это все мне дается, все это осмыслить. Требуется время на адаптацию, психологическую адаптацию, чтобы почувствовать, что это игроки мои, чтобы они вошли ко мне в сердце, в душу, чтобы я за них переживал так же, как за тех игроков, которых я воспитал. Требуется время, это непросто. Поэтому я с удовольствием приехал на сбор на первый, который пока не является подготовительным каким-то международным соревнованием. Это знакомство с командой. Жаль, что здесь нет Смирнова, Шибаева и Скачкова, игроков практически основного состава.
Но тем не менее остальные все ребята приехали, и то, что я увидел на сегодняшний момент, как бы меня немножко как бы успокоил и радует то, что я вижу, ребята серьезные, тренируются с желанием, обстановка в сборной хорошая. Условия здесь, где мы находимся, они вполне соответствуют профессиональной работе. Пока как бы все нормально. Александр Николаевич, а удалось ли уже составить впечатление, прежде всего, о физических кондициях, о уровне формы наших игроков? Ну, еще раз говорю, что нет сейчас основной тройки у нас, но, тем не менее, ближайший резерв сборной. Ну, сами понимаете, новогодние праздники, Рождество, которое, пусть оно католическое, но в любом случае все как бы находятся на такой середине перехода одного сезона в другой сезон. В настольном теннисе есть пауза с середины декабря до середины января. Понятно, что все берут какой-то недельный перерыв. Плюс к этому Новый год, где, в принципе, одну ночь 100% человек где-то не спит. И это выбивает его из какого-то режима. Поэтому понятно, что те нагрузки, которые сразу были предложены, они даются нелегко спортсменам. Это естественно, все, я это все понимаю. Но уровень подготовки у российских спортсменов достаточно высок. Они физически готовы хорошо, технически тоже, и тренируются с желанием. Практически все, кто приехал на сбор, ребята входят в поле зрения сборной России и меня как старшего тренера. И это хорошо, то, что есть хорошая, здоровая конкуренция. Видно, что ребята между собой ладят нормально, и как бы понятно, что климат хороший. Климат хороший. То, что, может быть, вот эта конкуренция, она иногда вызывает не очень хорошую обстановку, и кто-то кого-то подсиживает, где-то какие-то нервные моменты есть. Но здесь как бы я этого пока не заметил. Понятно, что всего лишь прошло там полтора дня, но друг с другом общаются хорошо, с уважением, и как бы и к тренерскому составу нормально. Обстановка сборной хорошая. Есть доктор, есть массажист, и они очень такие внимательные. Ну, я пока не знаю, насколько они специалисты хорошие. Обстановка здесь на самой базе очень хорошая, персонал внимательный очень и старается создать для нас все условия, которые только возможны. Ну, пока все нормально. Александр Николаевич, на что будет сделан основной упор в учебно-тренировочной работе? Ну, в всяком случае, в ближайшее время. Ну, в первую очередь, меня радует то, что в календаре есть большое количество учебно-тренировочных сборов, и они будут проходить в основном здесь, на этой базе в Бронницах, будет опорная база. Естественно, мы будем планировать и зарубежные сборы, но пока они в календаре стоят наугад и как бы пока не согласованы с зарубежными партнерами. Мы будем этот вопрос до конца прорабатывать и окончательно как бы выверять этот календарь. На что будет сделан акцент в учебно-тренировочной работе? Конечно же, принимаем во внимание современные тенденции развития настольного тенниса. Это силовые, скоростно-силовые вращения, это передвижение, это наигрывание каких-то комбинаций. И обязательно с учетом индивидуальных особенностей каждого игрока. Я не сторонник догмы в каких-то упражнениях, а буду прививать игрокам желание все время индивидуализировать каждое задание, которое я буду предлагать под себя. Это однозначно, и каждый, в принципе, должен творчески подходить к своему тренировочному процессу. Нагрузки, ну, стандартные, они достаточно большие, В день мы будем набирать настольного тенниса 100% где-то часов 5, чисто настольного тенниса, плюс к этому где-то спецподготовка тоже где-то час-полтора в день, плюс плавание у нас будет, восстановительные мероприятия будут обязательно, здесь есть сауны, здесь есть бассейн, кроссовая подготовка будет включена обязательно, силовая подготовка в тренажерном зале обязательно. Ну, всему свое время, все будет спланировано на целый год вперед. Ну, Александр Николаевич, и последний, наверное, вопрос. В полной ли мере Федерация настольного тенниса России готова обеспечить необходимые условия? Для кого? Для игроков или для меня? Для вас, но в тот контракт, который я заключил с Федерацией России, меня вполне устраивает. Естественно, мы прорабатывали эти условия, они вполне приемлемые. И руководство в лице Батова Виктора Васильевича, у нас с ним полное взаимопонимание. И как бы я не выдвигаю слишком высоких требований. Ко мне, так сказать, вполне адекватное, нормальное, уважительное отношение. И те задачи, которые ставят передо мной, они тоже посильные. И, естественно, встречались и с Левитиным Игорем Васильевичем, Игорем Евгеньевичем, который прекрасно понимает о том, что за один год тренер сборной ничего не может перевернуть. Требуется время, поэтому мы
разговариваем о двухгодичном контракте. И пока, так сказать, первый год испытательный, в случае успешной работы контракт продлевается на второй год. Но я сам это прекрасно понимаю, и если у меня не сложится или что-то мной будет недовольно, я не буду настаивать на том, чтобы, так сказать, со мной дальше продлевали контрактные обязательства. Естественно, я отдаю себе отчет, что, пригласив меня сюда, руководство надеется на изменения в результатах российской сборной и надеется вообще в изменении и микроклимата в команде, и дисциплины, и в отношении к работе. Ну, задачи передо мной поставлены, я буду стремиться их выполнять. Большое спасибо, Александр Николаевич. Надеемся на положительные тенденции с вашим приходом. И удачи всем нам. Спасибо. 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 Ну и мои вопросы сейчас заслуженному тренеру России Евгению Олеговичу Эдолю, который является тренером мужской сборной России. Евгений Олегович, я понимаю, сейчас интересная у нас ситуация. Александр Николаевич Питкевич возглавил сборную России, и вы, я считаю, великолепный тандем. И это великолепная база. Очень понравилась эта великолепная база в Бронницах. Как бы вы ее характеризовали? Ну, во-первых, я хочу поздравить всех с Новым годом. Вот. В Новом году нас ждут очень и очень серьезные соревнования. В частности, уже сейчас, в первых числах, мы живем проблемами подготовки к Евролиге. Очень сложный матч будет 29 января после открытого чемпионата Австрии. Там же мы остаемся и играем, значит, этот матч. Выигрываем этот матч, мы делаем очень серьезную заявку, чтобы на чемпионате Европы в финале, значит, достаточно будет выиграть один матч, и мы, в общем, будем в четверке сильнейших команд Европы. Я думаю, что этот результат для сборной России, в принципе, будет очень и очень, как бы, серьезный. Mm-hmm. Что касается, значит, привлечения на сегодняшний день Александра Николаевича Питкевича, ну, могу сказать просто очень положительно, что... Допустим, я всегда гордо ходил с высоко поднятой головой и гордился, что у меня там порядка 11 медалей среди взрослых на взрослых соревнованиях международных. Вот. Ну, для справки, чтобы ни у кого не возникало проблем, у Питкевича это свыше 50. Поэтому слов нет. Это и Кубок мира многократно, это и чемпионат Европы многократно, это элитные топ-12. Значит, многократно. Вот. И достаточно даже сказать, что во время СССР уже Александр Николаевич был ведущий тренер. Вот. И Оксана Кущ в смешанной паре вместе с Вовой Самсоновым. Им еще 12 лет не было. Они уже выиграли взрослый чемпионат страны. То есть золотые медали. Вот у нас многие тренеры работают и не являются участниками чемпионатов России среди взрослых, так как играет там 64 женщины и 64 мужчины. Да. А здесь представьте себе такой результат. Нет 12 лет. Он, значит, во-первых, в 11 лет мастером спорта стал, а во-вторых, как бы золотая медаль уже в смешанном парном разряде национального чемпионата страны. Вот. Что касается, значит, сегодняшних изменений, которые произошли в нашей федерации, это мы получили базу в Бронницах, да. Великолепная база, просто невероятная, это сказка. Вот. Здесь прекрасный бассейн, прекрасные номера, значит, прекрасные столы. И зал такой, ну, он как бы квадратный такой, и порядка можно здесь поставить. Но если будут тренироваться юниоры и юноши, то можно поставить 24 стола. А так взрослых можно поставить 18 столов. Это очень прекрасно. Мужчины и женщины могут тренироваться вместе. Юниоры могут тренироваться вместе. И мое мнение. Вот, в этом году уже как бы мне исполняется 40 лет, как я работаю тренером, преподавателем. Вот, я был глубоко убежден, что вопрос национальной сборной, юниорской сборной, кадетской сборной, мини-кадетской сборной должна как бы централизованно и быть на виду. У всех на виду, чтобы подготовка... Совместные сборы, да? Совместные сборы, чтобы мальчики и девочки особенно
Вот, чтобы у нас был очень дружный, психологически совместимый коллектив и высокоинтеллектуальный коллектив. Угу. Потому что вот те как бы вещи, которые были допущены, вот где-то, значит, там где-то тренируются, вот там тренируются. Конечно, центры, они нужны, но они должны носить региональный характер, вот, и делегировать своих сильнейших спортсменов в национальные сборные. Национальная сборная должна быть централизована. Тогда ни один спортсмен у нас из виду как бы не уйдет. Потому что в нашем виде спорта каждый спортсмен — это как бы, я бы так сказал, штучный товар. Угу. Вот, и о каждом спортсмене надо заботиться. У нас просто как бы вот сейчас в мужской линии мы говорим, вот хорошо, хорошо, очень хорошо, но давайте что-нибудь еще и выиграем. Ну что ж, да, на этой же ноте я хотел бы тогда пожелать вам удачи, Евгений Олегович. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, я сейчас обращаюсь к президенту Федерации настольного тенниса России Виктору Васильевичу Батову. Виктор Васильевич, ну что ж, увидев эту замечательную базу, хочется поздравить и вас, и всех нас, и всех любителей и профессионалов настольного тенниса со столь великолепной находкой. Как удалось выйти на этот центр? Ну, достаточно все банально, Игорь Евгеньевич. Еще до конференции сказал мне о том, что в Минспорте сдается эксплуатация новая база в Бронницах. Вот оставалось только чисто технически договориться с директором базы, приехать сюда. Я еще до Нового года подъехал, посмотрел, доложил Игорю Евгеньевичу, что база, в зал, во всяком случае, хороший. Угу. Все сопутствующие моменты восстановления, занятия физподготовкой, природа, номера, гостиницы, столовые, все на высшем уровне. Поэтому то, что мы сейчас первые среди всех видов спорта открыли эту базу с 4 января, ну вот сейчас мы все убедились, что база действительно великолепная и соответствует современным, угу, современному уровню. Да. Виктор Васильевич, ну и, пожалуй, основной вопрос сегодняшнего дня касательно нашей мужской сборной. Как известно, ее возглавил один из лучших тренеров Европы и мира Александр Николаевич Петкевич. Не могли бы вы высказаться на эту тему? Да, тема очень важная по одной простой причине, что, по-моему, да и не только по моему мнению, а по мнению всех любителей настольного тенниса, всех профессионалов, всех просто любителей, что наша сборная по своему фамильному составу, она достаточно внушительная. А по своему результату, конечно, от нее любители настольного тенниса и руководство федерации ждали, конечно, большего. Да. Это заключается в том, что мы были рядом с медалями чемпионата мира, то есть играли матч за выход в четверку, проиграли. Мы два раза были в одном шаге от медалей на чемпионате Европы. Я имею в виду сейчас чисто командные, да, соревнования. Их проиграли. И вот эти чуть-чуть, когда их скапливается достаточно большое количество, то есть если что-то происходит один раз, это как бы случайность. А цепь случайности — это есть закономерность. И поэтому, чтобы вот выйти из этого заколдованного круга, нужно было предпринимать что-то экстраординарное. Я сам лично всегда был не такой ярый сторонник привлечения иностранных специалистов. Mm-hmm. Вот. Но почему выбор пал на Александра Николаевича? Ну, во-первых, я его знаю очень много времени.
еще по советским временам, знаю его и как человека-профессионала, и чисто его с человеческой точки зрения. Mm-hmm. Вот, и были другие кандидатуры, я не буду их называть, вот, но я скажу так, что по моему глубокому убеждению, что армия, чтобы что-то выиграть, какое-то сражение очень важное, угу. оно должно идти в бой с командующим, которому она верит, который уже это не раз делал. Вот. А Александр Николаевич имеет на своем авторитет, счету, ну, естественно, авторитет. То есть у нас в спорте авторитет добывается только одним. Не том, хороший ты человек или плохой, хороший у тебя анекдот, или, значит, с юмором ты или без юмора. Конкретно есть результат, значит, ты в авторитете. Да, на коне. На коне. А если нет, какой бы ты человек ни был, ну, хороший человек, это не профессия. Вот, поэтому я посчитал так, что Александр Николаевич уже был в финалах чемпионата мира, и женская команда была в призерах чемпионата мира, и Владимир Самсонов, я не знаю, там сколькократный он чемпион Европы, видел его выступление еще с 96 года, когда ему было 20 лет, значит, как он сражался с Вантао, этот матч я запомнил, вел 2-0. Ну, в общем, что здесь говорить, да. Это его ученик, как говорится, с нуля. И авторитет у Александра Николаевича очень высокий, поэтому выбор выпал на него. Угу. И я эту кандидатуру предложил и на конкурсную комиссию, и на попечительский совет. Ну, естественно, на исполком, да. Вот. Игорь Евгеньевич встречался с Александром Николаевичем, значит, говорили. Вот. Но больше всего мне понравилось то, что были переговоры не такие вот лирические, а стояли конкретные вопросы. Угу. Есть универсиада, нужны медали. Есть чемпионат мира, нужны медали. Есть чемпионат Европы, медали. И в конце концов, есть Олимпийские игры через 4 года. Нужны медали. Для этого это не простые слова. Я еще раз говорю, я это на конференции говорил. Это не простые слова. Если бы у нас не было оснований для этого, мы бы этот вопрос не поднимали. Но в моем понятии у нас есть и игроки, я считаю, мирового уровня. Есть игроки, которые на подходе. Вот, поэтому считаю, что у нас будет сборная, и даже с каким-то, пусть небольшим, но все-таки достаточным для сборной количеством игроков, которые могут и заменить. Угу. Кое-кого в основном составе там, на определенные матчи, а может быть и вообще заменить, поменяться местами, превратиться из как бы запасных и в основных игроков. Поэтому считаю, что у многих, у 4-5 игроков еще, помимо Смирнова, Шибаева и Скачкова, есть шансы войти в основной состав сборной. Угу. Виктор Васильевич, ну и, наверное, такой вопрос, которых очень многих волнует любителей. Как известно, состоялось заседание конкурсной комиссии, да, на котором рассматривались руководители всех сборных команд России. Не могли бы вы прокомментировать итоги заседания конкурсной комиссии? Да, ну сразу хочу сказать, что с конкурсной комиссией мы, конечно, немножко затянули. Это было связано с тем, что по рекомендации юристов Олимпийского комитета мы изначально планировали провести конкурсную комиссию до конференции, то есть до 10 ноября, но по объективным причинам, не причинам, а по совету юристов, говорят, ну, значит, что вы будете проводить до, а если
значит, конференция закончится не так, как не в вашу пользу, то тогда толку от вашей конкурсной комиссии никакого, потому что придет новый президент, наверняка захочет что-то поменять. Вот, и мы прислушались, да, действительно, юристы правы. Вот, а после конференции пока шли, значит, нужно было, чтобы те изменения, которые происходили с уставом, чтобы они были утверждены Минюстом. И, то есть пришлось вынужденно ждать, и поэтому затянули. Но, тем не менее, мы конкурсную комиссию провели. Вот. Но если в женской части все осталось без изменений, Палина руководит национальной сборной, Ступаченко старшими девушками, Брусин кадетками, и Минина Ольга мини-кадетками, да, то у мужской части, значит, изменения достаточно приличные. Это Петкевич возглавил национальную сборную, Музунов возглавил юниорскую команду. Вот дальше у нас кадетами Казанцев Максим из Краснодара. Вот. И мини-кадетами Виктор Лебедев. Вот. Вот такие у нас изменения. Это решала конкурсная комиссия. Это не было чье-то единовластное решение, там Батова или еще кого-то. Вот. Все решила конкурсная комиссия. Ну что ж, Виктор Васильевич, спасибо большое за столь интересное интервью. И мы, как говорится, на связи. Спасибо. Ну, я хочу в заключение, хотя это было с самого начала, надо было сделать, всех любителей настольного тенниса и нелюбителей тоже поздравить с наступившим Новым годом. Вот, это новый наш олимпийский цикл. Я думаю, что все те критические замечания в адрес федерации мы, естественно, учтем. Мы в большом долгу перед любителями настольного тенниса, я имею в виду результаты, хотя мы и имели определенные успехи, но еще раз говорю, что уровень все-таки наших игроков более высокий, они достойны более высоких мест. Поэтому я думаю, что вот этот новый олимпийский цикл принесет нам достаточно высокие результаты, во всяком случае, для этого есть все предпосылки, и вот эта новая база будет нам в помощь. Вот, поэтому давайте будем все вместе болеть за сборную нашу, национальную России. Вот. Ну, а мы постараемся. Да. Ну что ж, еще раз с Новым годом, спасибо. Спасибо. Спасибо.